Как известно, город Ставрополь, ныне это город Тольятти, основан Василием Татищевым в 1737 году. Ставрополь предназначался для калмыков, переезжавших в эту местность. Но, как показала жизнь, здесь им не понравилось, и они через некоторое время уехали обратно в Оренбургские степи. Ставрополь находился на берегу реки Волга, но после строительства Волжской ГЭС и создания Куйбышевского водохранилища город был перенесен на новое место. И от Ставрополя времен Василия Татищева ничего не осталось. Ну разве что кладбище, которое находится слева от памятника основателю города.